Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители! С вами снова Скудер, и это долгожданное мною и, надеюсь, и вами тоже прохождение Gran Turismo 3 для второй PlayStation. И, собственно говоря, на второй PlayStation мы с вами это прохождение и будем наблюдать на оригинальном железе. Так, ну, для начала давайте настройки зайдем, посмотрим, что у нас тут имеется. Так, 16:9 ставим картинку, благо тут уже появилась эта опция, и убираем музыку, в общем, из заездов и из реплеев на всякий случай, дабы не было проблем на YouTube потом. Так, дальше еще у нас можно тут в настроечках поменяем управление. Так, газ у нас будет на аналог вверх, тормоз на тот же самый аналог вниз. Так, надеюсь, что я ничего не забыл. DualShock. Да. Вроде бы все. Так, ну что же, заходим в основной режим. Основной режим Gran Turismo карьеры. Аркаду, если кто хочет, может посмотреть. Я уже видосик записывал, первые впечатления. Там мы с вами полтора часа, ну больше часа точно ковыряли менюшки и ездили в аркаде. В общем, сейчас я подробно тогда не буду останавливаться на менюшках, да, собственно говоря, их тут не так много, машины тоже разглядывать не будем, приступим сразу к делу. Если кто хочет, повторюсь, у меня есть видосик, первые впечатления называется, на канале он есть, можете посмотреть. Там я целый час ковыряю все эти менюшки, разглядываем машинки, чемпионаты и прочее. Вот. Насчет, пару слов насчет версии. Значит, версия это европейская, я нашел. Кстати, вот первые впечатления я записывал с американской версии. Ее мне мой друг Леха давал. Но она мне не понравилась. Она почему-то была слишком темная. Если вы смотрели мой первый видос, первые впечатления, то, наверное, уже заметили, что даже вот менюшки здесь стали светлее. Это не может не радовать. Я думаю, это скорее всего из-за версии игры. Может быть, немножечко версии игры и приставки не совпадали. Вот. А так здесь будет английская эта версия. И будут наши с вами православные километры в час. Там были мили. Мне это не нравилось. Вот. У меня на компе была русская версия игры, но она была отчасти переведена неплохо, но названия машин были внутри заездов похабно переведены, в общем, и я решил от нее тоже отказаться, и вот нашел в интернете версию европейскую. Вот. Кстати говоря, киношку, которую вы наблюдали перед самой игрой, я поставил туда киношку японскую, потому что я считаю, она самая интересная, самая красивая, и музон там лучше, да и проблем на ютубе не должно быть. В европейской версии песня мне гораздо меньше нравится, ну и с ней могли быть проблемы на ютубе. Ладно, все, хватит с объяснениями, давайте приступим. Да, и еще я в этой версии игры, точнее в этой части, я решил отойти от привычной традиции нашей и начать не с лицензий, как мы всегда это делали, а начнем мы сразу с покупки машины и гонок, потому что, в принципе, чемпионаты Beginner, они практически все, за исключением, по-моему, последнего, проходятся на... В общем, лицензия не нужна, поэтому... Ну, в общем, решил я вот так вот сделать, отойти немножко от традиций и начать вот так записывать. Шерстил я тут по машинам. Начнем мы с вами прохождение на
православной Mazda MX-5 Miata. Вот, почему православный? Потому что у нас в регионе японские машины, это в принципе уже наш родной российский практически автодром, автопром. Вот, и поэтому начнем мы с нее. Так, ну давайте вот ее такого зелененького цвета возьмем. У нее 128 лошадей, вес меньше тонны. Ну и начинаем. Да, вот такой вот звук, означающий, что у нас появилась первая машина. Опять же говорю, в своих первых впечатлениях можете посмотреть, я там очень подробно в этих менюшках лажу и разглядываем мы там машинки. Так, ну и что, теперь тогда идем сразу в чемпионаты и начнем. Вот они тут так разделены, тоже подробно на этом останавливаться не буду. Начальная лига, лига для новичков, оно в общем-то и в реальности не требует каких-то особых прав. То есть если у вас есть обычные права категории B, вы можете участвовать вот в таких вот гонках. Поэтому ничего тут такого, ну, в общем, по канону все. То, что мы не прошли сейчас лицензии, имеем, что называется, право. Так, ну что же, начнем. Здесь вот воскресный кубок, три трассы и первая, как ни странно, супер спидвей. Мы привыкли, что первая или автомринг, ну или на худой конец хай спид ринг. Начинаем. Begin the race. Так, и вот здесь, видите, ввели снова квалификацию, это не может не радовать, но без ложечки дегтя все равно не обошлось, за нее деньги не дают, даже если вы заняли пол, поэтому, в общем-то, особой надобности в ней нету, даже в мощных чемпионатах деньги давать все равно не будут, хотя насчет мощных чемпионатов не знаю, говорить сейчас не буду, когда дойдем, посмотрим, но сейчас деньги не дают. Ну что же, начинаем. Первая гонка. Mazda MX-5, трасса Super Speedway. Ну и надо сказать, что соперники здесь тоже тапочки, в общем, разные. И такие малолитражечки. Ничего особенного из себя не представляющие. Вот, видите, насколько ярче здесь картинка по сравнению с той версией, которую я использовал в первых впечатлениях. Потому что когда... Ну, это, в общем, меня немножко расстраивало. Думаю, неужели третья часть Гран-туризма стала настолько темной? Нет. Видите, оказывается, это была именно проблема той версии игры, американской. Это, конечно, отлично. Это великолепные новости. И, в общем, на этой волне у меня настроение еще больше поднимается. В общем, я, знаете, у меня сейчас такие ощущения, которые я давно не испытывал на самом деле. И вот Gran Turismo 3 их вернула, смогла вернуть. Я очень благодарен ей за это. Опять же, повторюсь для тех, кто еще не смотрел, не знает, я Gran Turismo 3, вот, собственно говоря, запускаю второй раз официально. То есть я в нее не играл. И она у меня, вот знаете, вернула такое ощущение, вот когда в груди вот буквально что-то такое, ну, как знаете, как говорится, под ложечкой сосет. Такое есть выражение. Вот действительно, такое какую-то легкость такая, и вот воодушевление невероятное. В общем, давно у меня такого не было. Не знаю, когда последний раз что-то подобное я испытывал. Наверное, когда купил PlayStation 3, что-то подобное было. И с тех пор вот прям великолепное чувство такое. Надеюсь, оно не омрачится никакими минусами. Вот сейчас, серьезно, Gran Turismo 3 мне очень сильно нравится. То есть это пока...
и физика, и внешний вид игры. И вот игра действительно игра праздник. Вот, ни больше, ни меньше. Настолько она великолепна, настолько классно здесь пока, по крайней мере, все сбалансировано. И менюшки здесь касается, и самой игры, и физики, и графики. Отлично. Надеюсь, что с переходом на более мощные машины физика местной, местная физика мне не подкинет ну каких-то плохих сюрпризов в плохую сторону. Пока, по крайней мере, все отлично. Так, ладно, реплей мы смотреть не будем, не будем терять время. Хотя реплей, конечно, великолепный, как в любой Gran Turismo. Так, первую трассу мы выиграли, что называется, играючи. Midfield Raceway. Не, ну вы гляньте просто, как выглядят менюшки. Вот скриншотики, да, такие тут красочно. У каждой трассы появился свой значок. Ну, я не знаю, просто такая ручная работа, как мне кажется, над третьей частью Gran Turismo. Проработали ее во всех аспектах, улучшили, не просто поработали, а именно улучшили. Великолепно, конечно. Я, кстати, когда настраивал вообще, ну, видео, звук перед тем, как все это дело записывать, очень у меня много времени заняло понять, как вообще писать в 16:9. То есть тут была фишка в том, что ставишь разрешение 16:9, но реально в игре оно не появляется почему-то. Вот, то есть машины становятся после установки вот этого вот соотношения сторон еще более вытянутые, то есть они вверх настолько были вытянуты, ну просто какие-то двухэтажные автобусы гоняли по трассе. Потом я это дело пофиксил тем, что в TV-тюнере своем Avermedia выставил соотношение сторон 16:9. Оно, интересно, так тут запрятано в самих настройках, главное, TV-тюнера. Такого параметра нету вообще. То есть это приходилось заходить, там отдельная менюшка, которую так сразу и не поймешь, где она находится. И вот там такие, да, там был этот замечательный пунктик, который, когда я нашел, конечно, очень сильно обрадовался. И, в общем, все встало на свои места. Далее надо было просто в ОБС немножечко там настроить. Ну и надеюсь, что сейчас все будет у нас отлично. Так, тем временем вот мы вырвались на первую позицию. Блин, ну как же, вот первые серии я по-любому буду на каждой вновь появившейся трассе дифирамбы петь в адрес графики, в адрес прорисовки, освещения. Ну, правда, великолепно. Игра, вышедшая практически на старте второй PlayStation, уже смогла настолько задрать планку качества графики. Ну это просто, это просто говорит, ребята, о том, что у Polyphony Digital руки на месте. Кстати, окружающая среда, вот антураж трасс, сами трассы, освещение, мне, я вот тут прям посравнивал, включал четвертую часть, и в третьей-то части графика, по части именно окружающей среды, они гораздо больше ресурсов затратили, да. В четвертой части машины выглядят лучше, это да, там возросло количество полигонов, ну и количество машин, естественно, возросло в разы, но вот, видимо, из-за этого им пришлось пожертвовать, ну, в общем, понерфить немножечко качество окружающей среды.
Это прям заметно. Заметно. Ну, не сказать, что там намного стало все хуже, ну просто в каких-то нюансах в четвертой части графончик, конечно, что касается окружающей именно среды, похуже. Попроще, так скажем. Даже не то, что хуже. Так, ладно, вторую гонку мы одолели. И вот еще одно не очень приятное, так скажем, нововведение, что они уменьшили также призовые за гонки. Всего лишь 1000 рублей. Это, конечно, добавит неких сложностей. Так, ну что же, Trail Mountain. Версия трассы, точнее трасса, которая с первой части игры у нас есть. Сейчас посмотрим, чем же она отличается. Вот видите, появились рекламные растяжки, такие вот колышащиеся на ветру. В четвертой части Gran Turismo их не будет, берут их, чтобы они, видать, лишние ресурсы не оттяпывали. Да, и, кстати, еще хотел сказать о подзаголовке игры. Как вы знаете, ну, может, не все, правда, знаете, Gran Turismo 3, она у нас называется под заголовком A-Spec. Gran Turismo 3 A-Spec. Так вот, изначально разработчики хотели потом выпустить Gran Turismo 3 B-Spec. То есть, как вы знаете, режим B-Spec у нас появился в четвертой части, и там мы управляем просто, ну, как менеджер, да, команды, или скорее какой-то спортивный инженер, просто даем команды своему гонщику, ну, компьютерному, то есть машины управляют компьютером, мы даем просто команды: прибавить газу, притормозить, идти на обгон, ну и прочее, на пит-стоп там заехать. Так вот, это еще нововведение, этот режим должен был появиться в третьей части. Вот третья часть должна была выйти с подзаголовком B-Spec, и там был бы только режим B-Spec. Я очень рад, что это не сбылось, потому что я думаю, что если бы Gran Turismo 3 еще вышла, которая была бы с подзаголовочком этим B-Spec, и там мы могли бы только быть в качестве менеджера, я думаю, она бы провалилась в продажах. По крайней мере, популярности бы не снискала и, возможно, даже подпортила бы репутацию Polyphonica. Они молодцы, что в итоге отказались от этой идеи, очень спорной, потому что режим B-Spec, он не сказать, чтобы кому-то бы особо нужен был на самом деле. Так, где-то в каких-то гонках отдельных можно, он удобен, особенно в четвертой части, потому что в режиме B-Spec там появилась возможность ускорять время. Вот, и в многочасовых гонках он иногда помогал, а так абсолютно ненужная вещь. Ну, я вам уже об этом говорил, что я считаю режим B-Spec так, чисто для галочки, но, по идее, абсолютно не нужен. По крайней мере, вот в таком варианте, как он присутствует в играх. Вот такие дела. Ну, на самом деле, вот Trail Mountain, вы гляньте, тоже великолепно выглядит. Особенно мне здесь нравится, как они поработали со светом. Очень хорошее освещение здесь, именно вот в третьей части, великолепно сделано. Очень видно, прорабатывали они эту часть игры, работали со светом очень плотно. Эх, снесло с траектории. Вы только гляньте, как смотрится свет вот здесь. Эффекты лучей сквозь листву, ну, просто великолепно. Красивейшее зрелище.
преобразилась, конечно, игра, что тут говорить. Дирижаблик вот этот, он, кстати, есть и в последующих частях. Вот как завис он в третьей части тут, так и до сих пор висит и в шестой. Так, отлично, очередная гонка пройдена. Но это только первая, конечно. По идее, сейчас должны машину дать. Так, реплей пропускаем. Да, завершили мы соревнования одиночное, и вот нам дают Троена или Левин, что-то я, они очень похожи с виду. Так, ну он, в принципе, так как является у нас тоже заднеприводной машиной, как и наш Родстер, то давайте зайдем в гараж, наконец-таки. Вот, наблюдаем мы здесь менюшки. Ну, тоже я не буду на них подробно останавливаться. Я это все делал в своем обзоре. Так. Троена все-таки это был. GTA PEX. И, в общем, я продам его. Потому что машина того же класса, что и наш Родстер. А деньги нам сейчас нужны. Нам сейчас нужны деньги на прокачку нашей Мазды. И вот здесь еще одно нововведение. Вот видите, машинный магазин запчастей. Его перенесли в отдельную менюшку. Ну, в принципе, это неплохо. Так. В следующем чемпионате нам понадобится мощность. В принципе, пока машина довольно-таки неплохо у нас управляется. Но вот мощность ей не повредит. Давайте ей купим первую стадию турбины. Она очень много лошадей добавляет. Видите, больше 100. Я думаю, это будет хорошим подспорьем. 238 лошадей, и сразу же наш Родстер становится более таким агрессивным, конечно, аппаратом. Так, вот здесь у нас сейчас облегчение стадия. Даже не знаю. Ладно, давайте купим первую стадию. Немножко облегчимся. Все-таки мощей стало больше. Надо вес под это дело согнать. Так, ладно, идем дальше. Второй чемпионат на очереди. Да, и видите, здесь у нас вот чемпионаты все не требуют лицензии, за исключением он где-то тут сейчас последний начнутся. Да, вот два последних. Здесь, вот здесь в кубке Битл Жуков нужна лицензия Б и лицензия А в последнем чемпионате. Вот, так что все остальные, в принципе, мы сможем пройти, не имея за собой никаких особых привилегий в качестве лицензий. О, трасса Рим, тоже она нам знакома по второй части. Давайте посмотрим, отличается ли она чем-то в плане конфигурации от самой себя же во второй части. Естественно, по графике она, я думаю, будет гораздо круче. Но меня больше интересует, если честно, здесь конфигурация ее. Потому что Рим есть в пятой и шестой частях, и там он выглядит совсем не так. О, ну, судя по конфигурации, она такая же. Хорошо. Так. Да, конфигурация осталась неизменной, и мне вот в этой конфигурации Рим нравится гораздо больше. Даже здесь эту площадочку оставили. Ну, он вообще, я смотрю, не изменился даже. Также фонари расставлены, все очень-очень-очень все знакомо, не правда ли, ребята? Так, ну да, чувствуется, конечно, что машина у нас гораздо мощнее стала.
Да, и так как я теперь играю на джойстике от PS2, ну, собственно, на PlayStation 2, джойстик теперь, как и подобает ему, вибрирует у меня. Давно у меня не было этих ощущений в руках. Потому что, проходя первую и вторую часть Gran Turismo, джойстик на компе не вибрировал. Не было у него такой функции. Ух ты, какой прыжок. О, даже вот осталась здесь эта приступочка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, ну, кстати, вот смотрю, Рим действительно меньше изменился по сравнению со второй частью, чем даже, вот, допустим, тот же Trail Mountain. Интересно, что вот здесь участок трассы, видно, что здесь брусчатка, но джойстик тут не вибрирует. Вот снова на асфальт перешли здесь. А в Риме, в пятой части, ну и в шестой Gran Turismo, там тоже есть участок брусчатки, и там прям, когда по ней едешь, джойстик очень так мелко-мелко-мелко так вибрирует. Очень прикольные такие ощущения. Да, я прям, честно, я прям балдею. И, кстати, тоже вот сейчас видно было отрыв вот позади идущего. Это, ай-яй-яй, так, по сравнению со второй частью тоже нововведение. Теперь видно у нас отрыв, и когда мы идем первыми. Если вы помните, во второй части не было такого. Отрыв был только от лидера, когда, собственно, мы лидером не являлись. Так. Вот и Рим. Одолели. О, вот это плохо. То, что чемпионат другой уже, но денег больше не дают за него. Печально, печально. И это у нас еще больше сложностей нам доставит. Ну, не знаю, как там будет с деньгами. О, старый добрый друг. Special Stage R5. Тоже. Сейчас проверим, что же у нас на ночных трассах изменилось. Сейчас первой серии, ну, буквально открываем для себя третью часть заново, поэтому каждая вновь появившаяся трасса, она так приоткрывается заново. Ну, для меня, по крайней мере. О, что-то там мигающие какие-то были билборды. Ха. А, кстати, вот сразу заметно то, что не такая темная стала трасса. Небо затянутые тучами видно. Скорее тут закат такой, чем ночь. Ну да, вот гляньте, видно, что даже горизонт еще такой оранжевый или багровый. Только-только солнце зашло, и вот у нас сейчас сумерки. Ну, кстати, ничего, так прикольно смотрится. Ой-ой-ой. Вроде ж Clubman Stage было написано. Я что-то думал, туда налево будет отворот. Смотрите-ка, не щадят они нас совсем. Это первые чемпионаты, первые трассы, а уже пошли полные их версии.
Обычно в первых чемпионатах. Ух ты, даже вот занос появился. Ну вот машина стала мощнее, и сразу у нее характер появился. И вот сейчас все равно, конечно, толком физику не прочувствовать. Маловато еще мощей. Вот когда мы ее еще, наверное, качнем на мощность наш MX-5. Но даже сейчас уже немножечко так появилась у него склонность чуть-чуть срываться в занос. Мне это нравится. Пока. Пока, по крайней мере. Ну, дальше, я думаю, будет больше. Потому что на самых первых машинах, конечно, физику не прочувствовать полностью. Вот когда дойдем до гоночных аппаратов, вот там-то Гран-туризма и должна раскрыться на полную. Ой-ой-ой-ой, влетел. Так, ну да, машина стала быстрее. Надо чуть-чуть менять точки торможений. Ну, даже чисто визуально. До этого я практически на ней и не тормозил. Так, газ там отпустишь, и нормально. Хватало. На трибунах там фотоаппараты клацают. Ну как приятно, а? Чувствуешь себя просто звездой. Ай-яй-яй. Резину надо уже, короче, менять. Мы-то остались также на обычной, на дорожной резине для обычных машин. Но машина-то у нас уже не обычная, а дорожная. Уже вот, видите, чуть-чуть тут в занос ушла. Да, следующей покупкой, скорее всего, станет комплект резины. Хотя бы спортивной, пускай не гоночной. Потому что с такими заработками на гоночную резину, конечно, копить придется очень долго. Нет, ну выглядит, конечно, блин, великолепно. Вот ночная трасса тоже мне нравится. Куча всяких каких-то мигающих объектов, лампочек. Вот, кстати, вот классно сделаны фонари. Здесь они уже так не отвлекают, как было в первой и во второй частях. Мягче от них освещение такое. Не, четко. Обалденно, обалденно. Мне пока все очень нравится. Надеюсь, в дальнейшем впечатление не подпортится ничем. Это тогда будет вообще шик, конечно. Так. Так, это, по-моему, это была вторая, да, у нас трасса уже в этом чемпионате. Так, что у нас третья? Ох ты, Deep Forest. Очередная оригинальная трасса. С первой части присутствующая. Да, кстати, вот тут превью тоже есть. Можно посмотреть на соперников. Но это как во второй части тоже такое было. Вот как в первой, к сожалению, они так и не вернули возможность просто в меню посмотреть на своих соперников в данной конкретной гонке. Плохо, конечно, и эту возможность они уже и нигде и не вернули. Она уникальна для первой части. Так, вот я вижу, у нас внизу еще в правом нижнем углу есть, мигает вот сейчас значок TCS, это Traction Control System. То бишь у нас она уже установлена по умолчанию, получается. Это, конечно, не очень меня радует. Так, надо будет в менюшках полазить и найти, где она отключается. Соответственно, если ее, видимо, отключить, то Родстер-то поведет себя еще более. Если он даже сейчас, вот после покупки турбины, он так норовит иногда в срыв уйти, то при отключенном TCS, наверное, я не знаю, что тогда с ним произойдет. Мне даже уже интересно. Да, Deep Forest тоже прекрасен, конечно. Прекрасен.
отличная трасса, и конфигурация, и внешний вид у нее очень хорош. Так, ну я думаю, вот эта трасса для нас станет в этой серии последней. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вынесло чуть-чуть. И на этом мы, наверное, серию завершим. Так, ну смотрите, уже практически до 200 разогнались. Это уже вам не хухры-мухры, это серьезный аппарат. Но резина, да, резина ему нужна. Сейчас. Ну, как я уже сказал, в общем, следующей покупкой будет резина. Ой, вы смотрите, и здесь этот эффект. Сквозь листву лучи. Красивейшие моменты. Держится. Не, здесь их тоже соперников прокачали, потому что я до записи я здесь ездил, и на стоковом, на стоковой Мазде, на стоковом Расте я здесь выше третьего места так и не смог подняться. Очень было сложно. И то даже не на стоковом, я без турбины ездил, я там компьютер только покупал, но он гораздо меньше лошадей дает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас бы еще и не обошли. О, приближается, приближается. Потихонечку. Нет, парень, тебе меня не одолеть. На моей стороне турбина. Так, 206-я пижошка. Смотрите-ка. Преследовала нас. О, и два еще родстера. То есть нас вообще трое здесь было на самом деле. Но две разновидности. И опять всего лишь 1000. 4900. Комплект резины, кстати, стоит 5000. Нам чуть-чуть буквально не хватает. Ладно. Ага, еще же машина, я совсем забыл. Точно. Так, и что же здесь? Нет, ну вы гляньте. Нам дали такой же родстер. Ребята, вы что, издеваетесь, что ли? Ну, кстати, такой зелененький, ярко-зеленый, прикольно. Так, ладно, раз нам дали такой же родстер, мы его продадим, естественно. Так, гараж. Да, абсолютно такой же, даже разновидность, модификация-то не другая, такая же, в общем. Да. Ну, зато он дороже стоит, чем был Левин до этого, точнее, Троена. Так, ладно, продаем. Теперь у нас хватает на комплект резины. Давайте тогда, наверное, еще сразу зайдем в наш магазин тюнинговый и возьмем себе комплект резины. Сейчас посмотрим, на что нам хватит. Может, даже что-то более серьезное. Ух ты, еще вот буквально 800 рублей, и мы бы взяли с вами уже слик, супер хард, правда, но слик есть слик. Так, или слик не стоит брать, я вот не знаю, не знаю. Правда, я думаю, нам весь чемпионат Beginner придется, наверное, чуть ли не на этой Мазде пройти. Чемпионатов там немало. Нет, все-таки, наверное, стоит взять слик, пусть и супер хард. Ладно, тогда пока резину не будем покупать. И, в общем, давайте закончим тогда на этом серию. Вот на фоне нашей MX5.
Спасибо, в общем, что смотрели, огромное вам. Комментируйте, подписывайтесь, те, кто не подписался. С вами был Скудер. Надеюсь, что вам понравилось. Я знаю, что вы давно ждете именно прохождения третьей части, ребята. Ну и вот, наконец-то, мы его начали. Новая страница, новая глава, так скажем, открыта. Ну ладно, все, заканчиваем на этом. Всем пока-пока. С вами был Скудер. Всем счастливо.